Короткий обзор на два почти одинаковых велосипеда из Спортмастера. Оранжевый, он также есть в зеленом цвете и в черном цвете. Стоит он 11, по-моему, 200 со скидкой с моей. А так в магазине 16 стоит. Здесь идет кассета, трещотка на 7 скоростей. Соответственно, подшипники стоят один с краю, а другой по центру. Это не очень хорошо. Есть вероятность сломать ось, потому что ось тоже пустотелая. Переключатель турней, передний и задний. Ну, в принципе, и все, что можно сказать об этом велосипеде. Обычный дешевый велосипед за 11 тысяч. Любого цвета, на 27 колесах, на дисковых тормозах. Офигенный вариант. Вот недостаток только то, что у него семерка. Да, он дешевая. А этот велосипед стоит 14 700. Без скидки, соответственно, 21. Ну, тут побольше рама. Так-то он бывает любой ростовки, и маленькой, и большой. Здесь уже идет кассета на 8 скоростей. Соответственно, один подшипник здесь стоит, второй подшипник здесь стоит. Это лучше. Меньше вероятность сломать ось. Стоит переключатель, уже более-менее приличный. То есть вот эта часть у него идет алюминиевая. Больше жесткости, лучше переключает. И передний переключатель тоже у него, видите, какой большой. На двух осях работает он лучше, лучше переключает. То есть в этом отличие между двумя этими велосипедами. Разница 11 тысяч и 14 тысяч. Ну там сколько получается? 3500 примерно разница. Но вот этот лучше. Он тоже бывает разного цвета. Немножко разные там модели идут по названию, по цвету. Но он поприкольней будет и понадежней. Выбирать вам. Ну вот я могу посоветовать лучше взять вот такой чуть-чуть подороже.